Поехали! Здравствуйте! Я хочу познакомить вас с игрой «Величина плюс половинки». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыш и компания». Это игра для тех, кто только начинает делать первые шаги в математике. Для самых маленьких детей от года. В игре множество вариантов. Первая часть игры состоит из вырубных карт. Карты выполнены из плотного картона. Детям необходимо в соответствии с величиной и цветом вложить вырубные детали в отверстие. Усложнение игры – это игра по правилам с небольшим игровым полем. Ребенок вращает стрелку. Стрелка указывает на сектор, где нам необходимо найти большой предмет. Ребенок выбирает большой предмет и вставляет его в карту. Усложнением игры является то, что мы выбираем предмет по величине и по цвету, то есть по двум признакам. Мы выбираем большой красный кружок и вставляем его на карту. Следующее он вращает далее стрелочку. Стрелочка попадает на маленький предмет маленькой формы зеленого цвета. То есть вот этот кружок ребенок должен найти. Мы выбираем карту, на которую ребенок вставляет эту вырубную деталь в отверстие. Следующая часть игры – это картинки-половинки. Детям предлагается сложить часть из частей целое и затем сравнить изображение. Яркие красочные картинки, думаю, понравятся вашим малышам.